Так. Короче. Ну, мы и так, скорее всего, сделаем оба пути. Да, мы сделаем оба пути, поэтому опционала как бы как такового нету. Но если выбирать самому... Мне нравится комментарий в стиле «иди сначала». Ну, короче... Так. Ну, короче, сначала мы вернемся назад. Взгляни вокруг, оглянись назад. Духи с тобой связаться хотят. Сначала мы пойдем назад, посмотрим, что произошло, а потом пойдем дальше в город. Ладно. С трудом выдавил я из себя. Что? Удивилась Юля. Ладно, пошли. Ты же этого ответа ждала? Она лукаво улыбнулась. Нет, с чего ты взял? Потому что ты постоянно говоришь, что все повторяется через 7 дней, и мне не выбраться отсюда. Ну вот и проверим. Ага, проверим, значит. Почему бы и не проверить для начала тот город тогда? Это тебе решать. Я внимательно посмотрел на нее. Казалось, в Юле что-то переменилось, но не было понятно, что именно. Решил уже все. Буркнул я себе под нос. Тогда пойдем. Девочка-кошка уверенно направилась через поле в сторону леса. Эй, подожди, ты это куда? Так быстрее. Быстрее? В голове начали с бешеной скоростью носиться мысли, сливаясь в одну, которая вряд ли окажется приятной. То есть ты все время... Два прыжка догнал ее и схватил за хвост. Все время знала, что можно сюда дойти напрямик, не петляя весь день? Юля хищно зашипела и оскалилась, я отпустил хвост. Нет. То есть, может, ты знала, но тебе там нечего делать. В этом городе? Да. Почему? Не знаю, просто это все не так, неправильно. Я не могу объяснить, просто знаю. За хвост подергали. Я обернулся и посмотрел на горящие вдалеке огни. Интересно, а может все быть еще хуже? Не то чтобы сейчас все катастрофически плохо, но вдруг этот город никуда не денется. А что там в лагере? Что означают слова Ольги Дмитриевны по рации? И если я уже решил, то стоит ли сейчас колебаться? Ладно, пошли. Мы шли по лесу почти всю дорогу, лишь изредка выходя на опушки и в поле. Юля оказалась чем-то необычайно довольной. Может, наконец объяснить, что с тобой происходит? Просто это все так необычно. Потому что раньше все было не так, 7 дней, а потом все заново? Ага, я уже слышал. Она лишь улыбнулась в ответ. И что там случилось у них? Смотри! Вдалеке за деревьями показались ворота лагеря. Мы ускорили шаг. Все в порядке, мальчик все бухает на входе. Я сразу понял, что что-то не так. Совенок выглядел покинутым. Можно было предположить, что пионеры легли спать, но кроме фонарей свет нигде не горел. Да и почему на площади нас не встречала вожатая с отрядом химзащиты? А, ведь по рации она говорила, что что-то случилось. Меня тут же охватило необъяснимое волнение. Я посмотрел в сторону Генды, а там... Город. Города нет. Юля тоже выглядела удивленной, по-настоящему удивленной, так что я не стал набрасываться на нее с расспросами. Подбежав к домику вожатой, я на секунду остановился в нерешительности. Перед глазами проплыли страшные картины того, что там могло произойти. Однако я тут же взял себя в руки. Нет, глупости все это. В конце концов, пока что ничто не предвещало того, что этот фантастический роман превратится в кровавый триллер. Я решительно дернул ручку и вошел. Внутри никого не было. Ладно, не стоит здесь задерживаться. Я бросился в сторону домика Ульяны и Алисы. Чувак, бросься в сторону бомбоубежища. Без лишних раздумий несколько раз громко постучал в дверь, однако ответом мне стала тишина. Я обошел домик, заглянул в окно, внутри было пусто. Ладно, это еще ничего не значит. Может, они куда-то ушли, в конце концов. Я бежал к столовой. Вдруг они все решили устроить поздний ужин. Однако дверь была заперта. Я вернулся на площадь и обессиленно опустился на лавочку. «Набегался?» — без интереса спросила Юлия, все это время молча сопровождавшая меня.
Я правда, почему я так запаниковал? Хотя если что-то действительно случилось, то... Ладно, я спать хочу, пойду что-нибудь поищу. Я есть хочу, пойду что-нибудь поищу. Я не стал возражать, через пару секунд Юля бесшумно скрылась в ночи. Либо это какой-то дурацкий розыгрыш, во что верилось с трудом, либо все действительно куда-то исчезли. Само по себе это событие не более странное, чем мое попадание сюда. Чем-то и сны, город, то появляющийся, то исчезающий, но я уже привык к этому лагерю, его обитателям, а теперь такое. Тем более, только более-менее освоился в новых обстоятельствах, а тут опять. И я выругался и закрыл лицо руками. Возможно, если бы я просидел так еще несколько минут, из глаз потекли бы слезы, но... Барабанные перепонки чуть не взорвались от дикого шума. Похоже было на раскат грома. Но откуда? На небе же не облачко. Я открыл глаза и увидел перед собой кого-то. Ты! Заикаясь, выдавил я. На совершенно чистом небе гремела гроза, из-за вспышек молнии я не мог разглядеть лица человека, который стоял передо мной. «Что, Семен, сидишь пригорюнившись?» «Ты кто такой?» — закричал я. «Спокойно, зачем так волноваться? Нервные клетки не восстанавливаются, знаешь ли». Первой моей мыслью было убежать, но тело не слушалось. Молнии все так же ярко сверкали, и не было никакой возможности разглядеть лица пионера. Однако я был точно уверен, что где-то уже слышал этот голос. «Кто ты?» — уже тише спросил я. «Может быть, у тебя есть более подходящие вопросы? Куда все исчезли?» «Они сыграли свою роль и больше не нужны». «Роль? Какую роль? Свою. Ну а город? Какой город?» Не уверен, послышалось ли в его голосе удивление или мне просто показалось. «Город, там!» — я махнул рукой в сторону Генды. «А, ты про это?» Он замолчал на секунду. «Это ты виноват». «И я не понимаю». «Потому что не стараешься». Пионер повысил голос. «Я... Тебе же ведь просто надо подумать. Просто подумать. Ты сколько уже здесь? 5-6 дней? Или 26?» 6, наверное. 6? А почему 6? Ты уверен, что 6? А почему? Потому что посчитал количество закатов и восходов? Или посмотрел дату на мобильнике?» «Не знаю». Пионер передо мной явно вышел из себя, я совершенно не понимал, о чем он говорит. «Шесть, ну ладно, пусть будет 6», — сказал он спокойно. «И раньше ты здесь никогда не был?» «Нет». «И в этом ты тоже уверен?» «Не знаю». «А если я тебе скажу, что был?» Я совершенно не представлял, как реагировать на его слова. Сейчас со мной происходит примерно то же, что и в первый день. Что-то необъяснимое, пугающее, возможно, опасное. Но я ведь не помню. Так, сейчас голос уже пропал, ребят. Сейчас, секунду. Но я ведь не помню. А с чего бы ты должен помнить? Он замолчал и, кажется, задумался. Впрочем, да, не помнишь. Ну ладно, тогда я тебе расскажу. Я с трудом разбирал его слова сквозь раскаты грома. Глаза уже слезились от ярких вспышек, но я боялся даже моргать, чтобы этот пионер не исчез. Возможно, он действительно расскажет, как я здесь оказался. Ты здесь уже не первый раз. Сколько точно витков у тебя было, я не знаю, но не суть. Но почему? Я же не помню всего этого. Да и не должен. Не должен, заорал он. Извини. Я решил больше не перебивать его. «Не первый раз, да», — продолжил он спокойнее. «Но этот раз особенный, он для тебя станет последним». И я не мог понять, что в его понимании значит «последний». Я выберусь отсюда и вернусь в привычную реальность, или в последнем смысле, что я здесь и умру. Ну, это я так думаю, по крайней мере. Пионер надолго замолчал. Наконец я решил задать вопрос. «Откуда ты все это знаешь? Откуда?» «Можно сказать, что я твой коллега по несчастью, и...» Вдруг где-то рядом послышался взрыв, похоже, молния попала в дерево и буквально в нескольких десятках метров от меня. Я инстинктивно закрыл голову руками и упал под лавку. Не знаю, сколько так пролежал, но когда немного отошел от неожиданности, раскаты грома прекратились. Я открыл глаза. На месте пионера стояла Юля. «Вот ты и познакомился с коллегой». Она улыбнулась и протянула мне руку. От шока я не знал, что делать, и остался лежать. «Долго планируешь там сидеть?»
Я кое-как поднялся. Кто это был? Если из двух зол выбирать меньшее, то я был готов больше доверять Юле, чем этому таинственному пионеру. Ну, как бы тебе сказать? Она задумалась. Понимаешь, я тут не один такой, точнее тут... Понимаешь, ты тут не один такой, точнее тут один, но есть еще точно такие же лагеря, много. И там есть такие же, как ты, тоже много. Я совершенно ничего не понял. И некоторые могут появляться в других местах, вот, например, как этот. То есть ты все время знала, но не говорила. Ты не спрашивал? Она пожала плечами. Мне стоит его бояться? Я думаю, что нет, хотя... Так стоит или нет? Мое волнение все нарастало. Я сомневаюсь, что он может принимать физическую форму. Но все равно с ним лучше поаккуратнее. Буквально за минуту на меня хлынул такой поток информации, для осмысления которой не хватило бы и недели. Однако при всем этом, я и сейчас понимал, что эта информация совершенно ничего не объясняет. Значит, таких, как я, много? Да. Но почему я? Мы попали сюда? На этот вопрос у меня нет точного ответа. Я знаю только, что попал сюда именно ты. Точнее, попал сюда один человек. Юля сейчас совершенно не напоминала ту странную девочку с ушками, которая посыпала грибы сахаром. Наоборот, в ее глазах читалась уверенность и даже некоторое самодовольство, а от прежней инфантильности не осталось и следа. Ну а кто тогда ты? Я? Да. Честно говоря, не знаю. Я широко открыл рот и уставился на нее. Как это «не знаешь»? Все, что я помню, это как оказалось здесь. Точнее, я больше ничего не помню, как будто ничего до этого и не было. Я должна следить за тобой, за всеми вами. И я существую одновременно во всех лагерях. Когда шок немного прошел, я продолжил. И при этом ты не знаешь, кто ты. Совершенно верно. Она рассмеялась. Но такого же просто не может быть. Ладно, я могу понять амнезия, но ведь у всемогущих существ ее не бывает. А кто тебе сказал, что я всемогущая? А разве нет? На самом деле я ничего и не могу. Не могу вмешиваться в естественный ход событий. Но ты же знаешь, видела? Что-то знаю. Что-то видела. И что будет? Ну, ты поняла. Я не знал, как сформулировать вопрос. Ничего. Обычно проходит 7 дней, и один из вас уезжает из лагеря. Даже исчезает. Я бы сказала, потом появляется новый. И так по кругу. Количество лагерей при этом остается неизменным. Это мы уже проходили. Исчезает куда? Я не знаю. Не может же быть такого. Ты столько всего рассказала и... Думаешь, я от тебя что-то скрываю? Нет. Обессиленно сказал я. Наверное, сейчас сомневаться в ее словах не стоило. По крайней мере, пока. Может быть, они не исчезают и идут на второй круг? Этого варианта тоже исключать нельзя, но я все же думаю, что нет. А что тогда сейчас со мной происходит? И тут я не могу тебе ничего объяснить, но я точно знаю, что это должно было случиться, и это что-то необычное. События развиваются не так, как всегда. Про это говорил пионер. Может быть, он знает больше, чем я? Но как все это понять вообще? Я глубоко вздохнул и закрыл голову руками. Я думаю, что мы вскоре узнаем. Ладно, но все-таки кто ты такая? Юля недовольно надула губки. Я же тебе уже сказала. То есть у тебя потеря памяти? Нет. Она задумалась. Скорее, нет у меня этой самой памяти. До этого лагеря меня и не было. Не существовало. Но я не закончил фразу. Учитывая все происходящее здесь, степень допущения была огромна. А значит, не стоит удивляться и этой девочке с ушами. Ты как наблюдатель здесь? Наверное. Думаю, это слово лучше всего подходит. А что насчет того, что все обитатели исчезли, сыграв свою роль? Это ты о чем? Так сказал пионер. Роль. Она забавно пошевелила ушками, отчего я невольно улыбнулся. Да, что-то в этом есть. Ведь настоящие здесь только вы. Я имею в виду тебя, того пионера и всех остальных. Как это? Не знаю, говорю же, считай, что я появилась здесь с некоторым багажом знаний, но не более. Есть вещи, в которых я уверена, а есть, о которых я знаю не больше тебя. Ладно. С одной стороны, ее слова казались логичными. Если в подобной ситуации логики вообще может идти речь.
И что ты предполагаешь делать дальше? Ждать, смотреть, что из этого всего выйдет? Да, ты же не можешь никак не повлиять ни на что, пробурчал я себе под нос. В любом случае, время ужина. Она весело улыбнулась и помахала хвостом. Так ты же ходила что-то искать. Но ничего не нашла. Точнее, не успела. Я видела вспышки молнии и сразу бросилась назад. Пойдем. Она направилась в сторону столовой. Лучше бы сидела со мной. Может и не было вообще никакого пионера. А если бы его видел не только я, то осталось бы меньше поводов сомневаться в своем и так изрядно пошатнувшемся психическом здоровье. Юлия села за стол и посмотрела на меня. Ну, что? Ужин. Да, ужин, зевнул я. Время было уже далеко за полночь. Кстати, а как ты столовую открыла? Уметь надо. Уточнять я не стал. Может, спать пойдем? Готовь! Безапелляционно заявила она. Я? Больше некому. Ладно. Я медленно направился в сторону кухни. От мысли о еде и у меня внезапно проснулся аппетит. Найдя в холодильнике упаковку яиц, я крикнул Юле. Яичницу будешь? Ну, наверное. Я начал готовить. Однако все же интересно получается. Сейчас со мной происходят фантастически необъяснимые события, а я вот так просто стою и делаю ужин. Можно сказать, надеюсь на авось. Типично русская черта, да. Тем не менее, я совершенно уверен, ничего страшного не случится. А если что, Юля меня защитит. Хотя она и говорит, что многого не знает, но наверняка в критический момент я смогу на нее положиться. Ведь больше просто не на кого. Если еще вчера от меня ничего не зависело, то я хотя бы примерно представлял, что происходит. А теперь остается только откинуться поудобнее на спинку кресла и ждать, когда закончится инсталляция. Я натер сыр, добавил майонез, посолил, поперчил и вылил хорошо размешанную массу на сковородку. В холодильнике еще нашлась колбаса, а на полке рядом батон хлеба. Вскоре мы уже сидели и молча уплетали горячую яичницу. Вкусно! Ничего особенного, обломовский такой ужин. Никогда такого не ела. Наверное, лучше грибов и орехов. Сойдет! Недовольно ответила Юля. Когда с едой было покончено, я сказал, расскажи что-нибудь про себя, что ли, хотя тебе, наверное, нечего. Наверное. Ну сколько времени ты уже здесь? Не знаю, давно. Ну ты вообще человек? Ну, наверное. А как же ты тогда можешь одновременно в разных местах? Это сложно объяснить. Я сама толком не понимаю. Давай считать, что здесь и сейчас перед тобой я единственная. Ну давай считай, что я могу сказать. Такое допущение я мог принять. В конце концов, многоликость Юли хоть и была одной из многочисленных загадок всего происходящего, но далеко не главной. Так, по крайней мере, я думал. Хорошо, предположим, а что ты вообще знаешь о мире? Писать и читать я умею, если ты об этом. Она рассмеялась. Не совсем об этом. Ты знаешь, где находится этот лагерь? Нет. Тогда, может быть, знаешь, что я не отсюда? Не из этого времени, не из этой реальности. Ну, знаю, но без подробностей. Если я спрошу, какой сейчас год, я не отвечу. Я глубоко вздохнул и уставился в окно. В общем, можешь считать, что в чем-то я разбираюсь лучше тебя, а в чем-то хуже. И что же нам делать? Ждать. Я уже говорила. Ждать? И чем займемся? А что ты предлагаешь? Не знаю, но по деревьям лазать как-то не хочется, ты уж прости. Ладно, ладно. Может, тогда про себя что-нибудь расскажешь? Давай не сейчас. Ну, как хочешь. А что тогда? Не знаю, можно просто сидеть и ждать. Я, например, не против. Но это же так скучно. Я не вижу каких-то альтернатив. Пойдем тогда. Пойдем. Она задумалась. Я внимательно посмотрел на Юлю. Похоже, она действительно находит все происходящее забавным. Более того, сложившаяся ситуация ей не кажется странной. Если верить ее словам, то в этом нет ничего необычного. Ты же понимаешь, что все, что происходит для меня, не совсем нормально. Я даже сам не понимаю, почему сейчас не сижу где-нибудь под кроватью, трясясь от каждого шороха. Получается, ты смелый. Я ничего не ответил, а лишь ухмыльнулся. Придумала! Я внимательно посмотрел на нее. Нет, опять забыла. Юля почесала ушки.
А нет, вспомнила, пойдем купаться. Я с недоверием посмотрел на нее. Может, все-таки лучше спать? Ну, надулась она. Действительно, за день я прилично вспотел. А по такой жаре чистым заснуть будет куда легче. Пойдем. Через пару минут мы вышли на пляж. Я вальяжно развалился на песке и посмотрел на речку. Меня тут же разморило. Знаешь, я вообще-то не очень купаться люблю. Значит, плавать не умеешь? Юля села рядом. Ну, не то чтобы не умею. Да и вообще, при чем тут это? Ладно, пионеры. Ладно, пионеры, но город-то куда город исчез? Не знаю, я уже говорила. Пойдем лучше купаться. Не хочу. Я никогда не любил честно признаваться, что пловец из меня никудышный. Да ладно, тебе пойдем, у берега поплескаешься. Ладно, только за плавками схожу. Юля, похоже, не слушала меня и начала раздеваться. Ты это! Что? Прямо так собираешься плавать? Да, а что? Я успел вовремя отвернуться. Не стесняешься? Я старался говорить как можно спокойнее, но все лицо горело, именно поэтому, а не из приличия, я не смотрел на нее. Кого? Тебя? Она рассмеялась. Ну, знаешь что? Я обернулся, Юля уже стояла по шею в воде. Иди сюда! Я решил, что ничего плохого не будет, если я останусь в трусах, разделся и залез в воду. Бррр, холодно. А ты двигайся, согреешься, вот так. Она начала прыгать в воде и махать руками. Я все еще не мог отойти от смущения. Ты как-то покраснел, взволнованно сказала Юля. А ты думала, все-таки рядом со мной голая девочка, девушка, гуманоид женского пола. И все. Я отвернулся и в ту же секунду почувствовал, как Юля обняла меня. Ничего себе, я подкачался к лету, поглядите. Это у тебя тоже заложено в программу? Я понимал, что несу полный бред, но что-то более осмысленное мне в голову просто не приходило. Что? Ну это... Ты понимаешь? Внезапно я осознал, что меня сзади обнимает голое, омнипотентное существо. Богоподобное, типа. Способное пребывать в нескольких реальностях одновременно. В мозгу мгновенно... Начали сыпаться ошибки о нехватке системных ресурсов, а операционная система выдала синий экран. Ноги сами собой подкосились, и я начал уходить под воду. Юля поддержала меня. Ну здесь-то тонуть не обязательно. Она все так же обнимала меня. Кажется, даже крепче. Что ты собираешься делать? Купаться, очевидно же. То есть ты ни на что не намекаешь? Я попытался придать своему голосу максимально спокойное выражение, но вышло не очень. Например? Ну, ты хоть многого и не помнишь, но в основном ведешь себя весьма адекватно. А значит, должна понимать. Ну, не знаю, лукаво ответила она. Внезапно я почувствовал, как что-то обвелось вокруг моего живота. Юля оказалась трапом. Ладно. Пропустили мимо ушей. Или между ушей. Как удобно. Так, ладно. Ладно. Хвост. Тентакли же. Тентакли, точно, тентакли. Боже, грязь. Да. Юлю Семен отверг, потому что Юля... Зерк. Вот. Вот так вот. Внезапно я почувствовал, как что-то обвелось вокруг моего живота. Я попытался отпрянуть, но Юля крепко держала меня. К тому же в воде физика движения совсем не такая, как на суше. Это всего лишь мой хвост. Хвост? А ты не находишь странным, что он у тебя вообще есть? А что мне прикажешь, еще и без хвоста ходить? Уши, лапы, хвост? Вот мои аргументы. Подожди-ка. Я на секунду замолчал, попытаясь формулировать... возникшую идею. То есть ты тоже смотрел этот мультфильм? Какой такой мультфильм? Ну откуда твоя цитата? Да это просто. Она вдруг задумалась. Ну так ведь говорят. Пословица типа. То есть ты не знаешь откуда это? Нет. Да и какая разница? Засмеялась Юля. Ее хвост продолжал исследовать мое тело. Воу-воу-воу, да это хорошая фантазия, ребят. Получается, у Юли все же есть память о том, что с ней было до лагеря. Но она где-то скрыта, спит, можно сказать. Откуда-то она эту цитату взяла?
Конечно, возможно, услышала от кого-то из пионеров, но в это верилось с трудом. Вывод один. Юля, скорее всего, такой же пленник этого лагеря, как и я. О, не кисло, кстати. Ну, вывод один, это, конечно, слишком серьезно, но вполне вероятно. Пусть и более загадочный. Дальше все случилось само собой. Даже если то, что я собирался сделать, и было попросту опасно, я же живой человек, в конце концов. Тогда Юля не была для меня всемогущим существом. В своих объятиях я сжимал обычную девочку. Так, тут сейчас пошли картинки, конечно же. Почувствуй опасность спиной. Руки на стол, ребят. Все в порядке. Все в порядке. Я отнес спящую Юлю к себе в домик. Довел девушку до изнеможения, гад. Она оказалась на удивление легкой. Положив ее на кровать, я сам повалился рядом и закрыл глаза. Однако сон не шел ни в какую. Ужасно хотелось пить. Тихо, чтобы не будить Юлю, я встал с кровати, натянул шорты и вышел из дома. А ты пробовал секс на пляже? Тебя не смущают зеленые волосы и дымка вокруг? Спайс? Все объясняется спайсом, который мой друг употребляет все время. По дороге до умывальников я размышлял обо всем произошедшем. Нет, правильность или неправильность моего поступка не была главным вопросом. Я остановился на мысли, что у меня просто не было выбора в той ситуации. Важнее другое – возможные последствия. Если даже Юлия и мало чем отличается от меня, она, можно сказать, ближе к тому, кто или что стоит за всем этим. Хотя бы потому, что знает больше меня. А значит, впрочем, строить догадки в этом лагере – занятие неблагодарное. В этом я уже успел убедиться. Вдоволь напившись и ополоснувшись, я шел назад к домику вожатый, насвистывая отрывок из Пирогюнта Грига. А как вдруг меня сзади кто-то окликнул. «Как вы это?» Я подскочил на месте, обернулся и увидел силуэт пионера. В темноте не было никакой возможности разглядеть его лицо. «А это же опять ты!» «Кто я?» «Не в смысле, что я...» «Это тот я, который ты видела, а в смысле, кто вообще этот я?» Я не понимаю. Вспомнив слова Юли о том, что он не может причинить мне никакого физического вреда, и я немного успокоился. Ну и не надо. А я вот видел, как вы хау-вау. У меня мурашки побежали по коже. Ну шо ж, вуайерист сраный, что я могу тебе сказать? Очень жаль. В какой бы фантастической ситуации я ни находился, всегда неприятно, когда тебя застукивают за чем-то столь интимным. А тебе разве не говорили, что подглядывать нехорошо? Ты расстроен. Кстати, ребята, а почему подглядывать нехорошо? Я вот только сейчас задумался. Почему подглядывать нехорошо? Я понимаю, почему воровать нехорошо. А подглядывать-то почему нехорошо? Интересно же. Ладно, ладно. Не разводи грязь. Что? Почему? Это Белл, детка. Возможно, все. Так, ладно, погнали. Ты расстроен? Нет, с чего бы. Я фыркнул и стал к нему в полоборота, тщетно силясь разглядеть его лицо. Ну и что тебе эта ушастая рассказала? У нее вообще-то имя есть. Я чувствовал сильную привязанность к Юле, поэтому не раздумывая заступился за нее. Имя? И какое же? Всемогущий наблюдатель? Многоликий Янус? Юля. Неуверенно сказал я. Юля? Он заржал как конь. И кто же его придумал? Ты небось? Ладно, говори, что хотел и проваливай. Хорошо, хорошо, ваше величество, только не серчайте. Он неумело поклонился. Это зрелище было настолько гротескно, что меня всего передернуло. Потрахайся как-нибудь на вебку, я слышал, популярные стримеры ПХС так делают. Ага, точно, я лайф-коуч, я это сразу не понял, о чем ты. Что же тебе это Юля рассказала? Я решил, что нет смысла скрывать то, что узнал недавно.
В конце концов, для него это вряд ли станет новостью. Что есть еще много таких лагерей, что ты такой же, как я, что после 7 дней мы уезжаем и больше не возвращаемся. Мне было противно объединить себя с ним в одну категорию, но факт оставался фактом. Корона не жмет, мне я-то чё? Да, все верно, в общем. А что она тебе рассказала про себя? Это твое дело, как считаешь? Да и наверняка ты и без меня все прекрасно знаешь. Что-то знаю, конечно, приходилось с ней сталкиваться. В его тоне прозвучала такая брезгливость, что я был намерен дальше продолжать разговор. Ладно, если тебе больше нечего... Нет уж, подожди, я еще не закончил. И что еще? Хочешь, я расскажу тебе то, что она от тебя скрыла? Давай. Я уверен, что Вилли ничего от меня не скрыла, но в моем положении любая информация будет полезной. Не возвращаются. Нет. Они возвращаются, и ты возвращаешься. По крайней мере, возвращался. Не понимаю. Я же тебе уже говорил, что ты здесь был не раз. Так вот, после 7 дней уезжаешь ли ты или просто засыпаешь в лесу, ты обязательно вновь оказываешься в автобусе 410 маршрута. Но как же? Она говорила, что мы просто исчезаем, так? Я не ответил. Ну, я не стану утверждать, что она врет. Может быть, действительно не знает, но все именно так. Я, ты, мы были здесь много раз. Конечно, я значительно больше, но суть явления это не меняет. Хорошо, почему я тогда ничего не помню? Вспомнишь однажды? Я же вспомнил. И ты говоришь, что отсюда нет выхода? Именно так. Но то, что случилось сегодня, я помню, ты сам говорил, такого раньше не было. Не было. Поздравь Рофа с короной на ГГ и чекни донат, нубас. У Рофа давно корона вроде как на ГГ. И чекни донат, нубас. Окей, я зачекирую донат. Так и быть. Короной на ГГ. Аня, у Рофа был алмазик. Алмазик, конечно же. Ну ни хрена себе, Роф. Ни хрена себе, Роф. Ни хрена себе, Роф. Я зачекировал донат на ГГ. Добрый вечер, уважаемый. Поздравляем вас с короной на ГГ. Спасибо вам большое за поддержку. Вы, видимо, игру какую-то... Вот ты говнарь, говорит Ров. Вы, видимо, игру какую хотели заказать. Вы не стесняйтесь, говорите. Челом бью, царь-батюшка, игра будет в лучшем виде, конечно же. Я молчал. Спасибо большое, бро, за поддержку. Без тебя невозможны мои стримы. Вот тебе, брофист. Хдш! Конечно же. А у нас 8 час. Свяжись со мной ВКонтакте, скажи, что ты хочешь заказать. Вот. А, у тебя же, наверное, там написано, блин. Блин. Нет, ничего не написано. Вот ты даешь. Sell out. Ну, не, ребята, sell out. Sell out, май. Ну, вы поняли. Ну, раз уж такое дело, раз уж мы отвлеклись, у нас в эту субботу вечером, точнее ночью, да не нужны мне твои игры, пусть чатик выбирает. Тогда это надо будет организовать. Чатик сейчас выберет. Смотрите, в эту субботу у нас будет ночной стрим. То есть завтра ночью стрим. Примерно с 0 до 7 утра. Примерно такой. Я, скорее всего, стартану чуть-чуть пораньше, закончу чуть попозже, но временные рамки такие. Я буду стримить турнир. Это Hearthstone. Завтра в субботу, само по себе, будет выходной. Вот. В воскресенье я не знаю, что будет. Скорее всего, будет отдых, потому что я не смогу простримить ночью, потом еще встать на стрим. На следующей неделе... Там будет одна интересная штука. И, скорее всего, мы планируем сделать Brothers A Tale of Two Sons. Это будет половинный стрим, то есть там будет полдня Hearthstone, полдня Brothers. Такие дела. Турнир говно неинтересно. Так, фанатик Модерка, где Модерка фанатик? Ага, вон вижу. Ага, тайм-аут, где? А. Игнор юзер, тайм-аут юзер, вот. Понятненько. 600 секунд, то, что надо.
Вот, отвлеклись, поговорили. Большое спасибо, Ров, за поддержку, особенно такую внушительную. Принято, принято. Надо тебе со мной связаться, чтобы понять, что ты хочешь. Ты был нам как брат. Нет, ну, не сап, не брат, ребята. Вам не надоело самому-то? Что, с фанатика банить? Нет, дружище, я получаю от этого нереальное удовольствие. Геткек. Пока. Я хочу, чтобы ветер кончился. Организуешь? Нет. Могу посоветовать кондей выключить. Это максимум. Это мой вертикальный предел. Ладно. Музыка завтра будет? Посмотрим, но сомневаюсь. А то завтра шашлыки на берегу Финского сдувает, блин. А знаешь, в чем мораль? У Финского всегда ветер. Это залив, ров. Не надо ходить в парк 300-летия снова. Перестань. Какого черта? Простудишься еще. По барам пора ходить. На карман. Хотя ладно, я тоже люблю. В шарфик не забудь. Не, я про то, что ты отбираешь модульку у него, даешь обратно уже 5-й раз на моей памяти. Да нет, я люблю его мучить. Понимаешь, он мучается от этого, а я его люблю мучить. Ладно, отвлеклись, освободи Фнатика. Фнатик свободен. Так, продолжаем, дорогие друзья. И ты говоришь, что отсюда нет выхода? Именно так. Но то, что случилось сегодня, я помню, ты сам говорил, такого раньше не было. Не было. И как ты сможешь это объяснить? А никак. Надеешься, что что-то изменится? Так вот, ничего подобного. Это мы еще посмотрим. Я решительно развернулся и направился прочь. К моему удивлению, пионер не стал меня останавливать. Вернувшись в домик, я застал Юлю, тщательно расчесывающую свой хвост. Опять с ним говорил? А ты откуда знаешь? На секунду у меня появились сомнения. Он мучается, я его люблю. Так я же садист, ребята, вы знаете. Ага, по-думской пройтись. Фо-фо-фо! Просто догадалась. Скорее всего, он должен был появиться, когда ты останешься один. Да. И? Сказал, что никто не исчезнет, что мы возвращаемся. Юля ничего не ответила. Ведь это не так? По правде говоря, я не знаю. Я сел на кровать рядом с ней и задумался. Не знаю, сколько мы так сидели, но вскоре я начал засыпать. Пойдем на звезды смотреть? Пойдем. Спать хотелось ужасно, но я ощущал какую-то недосказанность, незавершенность. А на свежем воздухе думается лучше. Через пару минут мы вышли на площадь. Я сел на скамейку, а Юля положила голову мне на колени и уставилась в небо. Красиво. Да. Мы довольно долго сидели молча. А что будет завтра? Ты о чем? Ну завтра же 7-й день, значит надо уезжать. Хочешь уехать отсюда? Внезапно в мозгу стрельнула мысль. Я уже много раз слышал этот вопрос. Если верить тебе и ему, то не хочу. Должен. Тогда уедем. Она улыбнулась. Поедешь со мной? Конечно, а как же? После всего ты вообще обязан на мне жениться. Хорош. Не знаю ни одного ЗАГСа, который зарегистрировал бы браки с девочками-кошками. А мы поищем. Да, ребят, господи. Изи. Ладно, серьезно. А что будет завтра? Ночью придет автобус. Точно придет? Совершенно точно. Он всегда приходит. И? И мы сядем в него. А потом? Что ты все глупые вопросы задаешь? Возмутилась Юля. Откуда мне знать? Ну, предположи. И вернемся в твой мир. Было бы... Я осекся. Посмотрим. Вдохнул я. А как же ты со своей многоликостью? Но это же я здесь такая, правда? А там я буду просто собой. Ага, с ушами и хвостом. Чувак, между прочим, это не самые большие проблемы. Поверь мне, если бы она была с тремя руками, это было бы хуже. И это я еще вообще очень нежненько сказал. Во-первых, во-вторых, какая разница, как она выглядит, если сердцем ты чувствуешь, что она та самая. Что за фигня, Сёма? Твою мать. Избирательный пес.
Что с ее левой ногой? А что с ней? Твою мать! Вы заметили, ребят? Ну, как бы, это большой палец, правильно? Вы понимаете, что нога развернута? Посмотрите внимательно, как она лежит. Вот это она. Вот это ее правая рука, вот это ее правая нога. Вот это ее левая нога. У левой ноги палец должен быть, ну, большой палец. Понимаете, да? Чувак, вот это ты глазастый пес. Мне теперь... Ты обосрал мне элемент погружения. Левая и правая нога, что такого бы дальше? Вот эта левая нога, она правая. Левая, правая нога, что такого бы дальше? А ты говоришь три руки. Как говорится, я БВД. Ну все. Ладно. Ага, с ушами и хвостом. Юля больно ударила меня под ребра. Да я пошутил просто. Может быть и без хвоста. Грустно сказала она. Слушай, хвост добавляет пикантности. Да нет, он мне нравится, ты не подумай ничего такого. Она ничего не ответила, лишь закрыла глаза. А как у тебя там? По-другому. Лучшее определение. Что-то лучше, что-то хуже. Есть интернет. Я усмехнулся. А что я там буду делать? Ну не знаю, давай решать проблемы по мере их поступления. Хорошо. Мы еще долго сидели, болтая о всяких глупостях. Наконец Юля сказала. Пойдем спать. Да уж, давно пора. На меня накатила ужасная усталость. Завтра надо собираться. Так мне и собирать нечего. Нечего ему собирать. А мне вот есть что, знаешь ли. Например, грибочки. Беззлобно усмехнулся я. Просто не могу представить, что же у нее может быть из вещей. А как же запасы на зиму? Яблоки, орехи, грибы. Ты думаешь, тебе это все действительно пригодится? Конечно! Она вскочила и грустно посмотрела на меня. Я иду спать, а ты как хочешь. С этими словами Юля бойко зашагала в сторону домика вожатой. Эй, да я не... Я бросился за ней. Зайдя в домик, Юля разделась и залезла с головой под одеяло. Слушай, да я не хотел ничего такого. Если нужно, заберем все твои припасы. В конце концов, может быть, нам они действительно пригодятся. В моем положении ничего исключать нельзя. Да я пошутила. Она высунулась из-под одеяла и показала мне язык. А сейчас спать. Скомандовала Юля. Я не встал возражать, разделся и лег рядом с ней, а мы заснули в обнимку. Грибы, грибы, Карл, грибы я бы с собой брал, ребят. Моя девушка-кошка сказала... Моя девушка-кошка, что надо с собой в дорогу взять грибы. Куда вы меня повели? Куда вы меня повели? Зачем вы меня взяли под руки? Нет! Отлично. Мне снился странный сон. Нет, само мое пребывание в этом лагере было в высшей степени странным, несравнимым ни с какими ночными грезами. Однако во сне мне казалось таким реальным, что... Но проснувшись, я почти ничего не смог вспомнить. Остались только смутные образы длинной дороги, старого проржавевшего автобуса, покосившихся ворот лагеря, обрушившихся статуй пионеров и заброшенной площади. Я бегал по совенку взад и вперед, словно силясь найти кого-то, но кого именно осталось для меня тайной. Когда я проснулся, солнце уже клонилось к закату. В дорогу нужно брать хлеб, масло и килограмм гвоздей. Когда я проснулся, солнце уже клонилось к закату. Яркий луч выхватывал из тишины домика разноцветную пыль, раскрашивая ее всеми цветами радуги. Блики на стеклах принимали разные причудливые очертания. Посмотришь, под одним углом солнечный зайчик, под другим пиратская бригантина, идущая на абордаж. Я лениво потянулся и зевнул. Повернувшись на другой бок, я увидел мирно спящую рядом со мной Юлю. «Доброе утро!» — сказала Юля, не открывая глаза. «Уже день. У человека утро...» Тогда, когда он просыпается. Золотые слова! Всегда так говорю, когда встаю в 4 дня. Всегда. Ты говоришь прямо, как я раньше. То есть сейчас ты бы такого не сказал? Ну, не знаю. Просто за последние недели я уже привык вставать по утрам. Это было не совсем правдой, так как не всегда я просыпался с восходом солнца, да и линейки пропускал стабильно.
«Хочешь сказать, ты изменился?» – она хихикнула. «Я думаю, любой человек на моем месте хотя бы немного да изменится. Мне казалось это вполне естественным. Да, пожалуй, спорить не буду». Наступило долгое молчание. Такое, когда не мучить, необходимо что-то сказать, чтобы прервать гнетущую тишину. Подобное молчание многозначительнее любых слов. «Ну, сегодня уезжать?» – наконец спросил я. «Думаю, что да». «Думаешь? То есть ты не уверена?» «До конца нет. Такое же происходит впервые». «Ты про исчезновение пионеров?» «Не только». Она встала с кровати и начала одеваться. Я завороженно смотрел на нее, не в силах оторвать взгляд. «Что уставился? Вставай, пора собираться». «Ты про ягоды и грибы?» «Конечно!» Юля подперла бока руками и недовольно посмотрела на меня. «Или ты хочешь, чтобы все запасы пропали?» «Нет, нет, не хочу, конечно. По правде говоря, мне было совершенно наплевать на них. Точнее, я просто не видел смысла запасаться едой в путешествии в один конец. По крайней мере, без обратного билета уж точно». Спустя пару минут мы стояли на той же лесной поляне, где Юля позавчера посыпала грибок сахаром. Она зашла за дерево, откинула в сторону листву и достала из тайника увесистый мешок. И это еще не все, здесь только самое необходимое. Культурных слов на ответ у меня не нашлось, поэтому я решил промолчать. В мешке были грибы, ягоды, яблоки, орехи, все вперемешку. О боже, яблоки с грибочками! Няма! Няма! Столько ягод, столько яблок, столько орехов, засрать грибами! Да, я был бы таким изрыгателем слизи, если бы просто почувствовал запах этого ада. Какая грязь. Какая грязь. Фу. У меня же сразу же возникли серьезные опасения за безопасность употребления в пищу этой солянки. Неси. Непринужденно улыбнувшись, сказала Юля, показывая пальцем на мешок. Ну ты же понимаешь, что я не смогу. Ничего, ты здоровый, вон какой вымахал. Она показала руками нашу разницу в росте. Я попытался приподнять мешок. Он весил как минимум 30 кг. «Слушай, давай хотя бы часть возьмем, все равно все не съедим». Я попытался схитрить. «Почему же? В этих краях зимы длинные». «Тебе-то откуда знать?» «Догадываюсь». Я попытался скорчить самую страдальческую гримасу, на которую я только был способен. «Я его донесу в лучшем случае до площади, пожалей меня». Юля задумалась. «Ладно, тогда выкидывай ягоды». Отличное решение избавляться от самого легкого. Однако возражать я не стал и запустил руку в мешок. «Не сильно легче стало», — сказал я, закончив с ягодами. «Ничего не знаю». Я вздохнул и обессиленно опустился на землю рядом с мешком. «Давай тогда нести по очереди». «Но он же тяжелый!» — воскликнула Юля. «А я тебе про что? В смысле тяжелый для меня? А для меня как будто легкий». Пробубнил я себе под нос, стараясь, чтобы Юля не услышала. «Легкий? Легкий!» Похоже, не стоило недооценивать ее кошачий слух. «Ладно, давай вернемся сюда попозже, а сейчас неплохо бы и поесть». «Ну, наверное». Она улыбнулась и протянула мне руку. В столовой пахло жареной картошкой. Юля крутилась вокруг меня и смотрела, как я готовлю. По правде говоря, мне никогда это занятие не доставляло какого-то особого удовольствия. Всегда хотелось есть сразу, а не ждать, пока будут подготовлены все ингредиенты, вскипит вода, всплывут пельмени. Поэтому раньше я часто обходился бутербродами или фастфудом. «Как хорошо у тебя получается!» «Я же уже говорил, что тут нет ничего особенного». «Но...» Она силилась подобрать слова. Но все равно хорошо. Я рад, что тебе нравится. Конечно, а как же? Зато не сахар. Я бы лучше сахар взял. Это же углеводы. Судя по тому, как Юля уплетала картошку, ей правда пришлось по вкусу моя нехитрая стряпня. Волнуешься? Сначала прожуй, потом говори. Грубиян! Надо уметь себя вести в приличном обществе. «И где ты видишь здесь общество?» Юлия развела руками по сторонам и засмеялась. Действительно, столовая была пуста, как и весь лагерь. «Как думаешь, куда все же все исчезли?» «Откуда мне знать?» Она подцепила вилкой последний кусочек и ловко отправила его в рот. «Скучаешь?»
какой-то мере. Сахар — это диабет, Нубас. Сахар хотя бы продать смогу. А как же я? Я же лучше собаки. Мне никогда такое сравнение в голову не приходило. Ну, да, ты лучше собаки. Если тебе так... Есть не сахарный диабет, Нубас. Поверь, такие грибы ты продашь куда дороже. А как же я? Я же лучше собаки. Опять цитата. Однако в этот раз я не стал обращать на это особого внимания. Учитывая то, что ты вроде как кошка, то точно лучше. Тебе одиноко? Ну, я же не один. Нас только двое. Но если бы не произошло то, что произошло, мы, может быть... Я на секунду замолчал. Значит, в других реальностях ты со мной не общалась, так? Тесно? Закончила за меня Юля. Да. Нет. Странно. Почему? Потому что лагерей много, как ты говоришь, и по теории вероятности, значит, то, что произошло с нами за последние два дня, вообще из ряда вон. Как будто что-то плохое. Нет, конечно. Это из Карлсона, Нубас. Да, я, честно говоря, не знал. Я первую цитату я не помню. Я смотрел эти мультики, по-моему, один раз в детстве проходом, к сожалению. Нет, конечно. Я почувствовал, как кровь прилила к голове. Просто странно, тут много странного, поэтому я так часто употребляю это слово. Да и вообще, ты придираешься. Я? Да никогда. Она засмеялась. Нет, именно придираешься, особенно к словам. Зачем мне к тебе придираться? Не знаю, тебе виднее. Кажется, на любой мой аргумент у нее был уже готов ответ. Как будто она знала наперед, что я буду говорить. Ладно, пойдем? Ну чё, у меня просто плохое детство было, а вы издеваетесь надо мной. Куда? Я понял, что зря это сказал, теперь она точно меня потащит за этим мешком. Ну, до автобуса еще долго, пока можно. А, точно, запасы! Я лишь почесал подбородок и побежденный направился за ней. Ну, понятно. Нести без малого 25 килограмм нелегко. Да и на небольшое расстояние. Даже и на небольшое расстояние. Ха! Баклан, у меня гантели одна двадцатник весит. Ладно, я все равно 25 килограмм бы обосрался нести. Я останавливался через каждые 50 метров, чтобы отдохнуть. Юля подгоняла и подбадривала меня, однако от этого мне становилось только хуже. Не знаю, выиграл ли я медаль в каком-нибудь виде спорта, но спустя примерно час мешок был транспортирован на автобусную остановку. Я в изнеможении упал рядом с ним. Все. Вот видишь, какой молодец. А ты боялся. Все тело ныло, мышцы горели, со лба рекой лился пот, разъедая глаза. Не знаю, какая награда мне полагается, но это соревнование было больше похоже на Олимпиаду умственно отсталых, хоть я и выиграл, и все равно дебил. Знаете, ребята, что самое грустное? Вот на подобных Олимпиадах занимать второе место. То есть ты настолько тупой, но... Все еще недостаточно туп, чтобы быть первым. Особая ирония, особая ирония. Смотри, а вон и автобус едет. Что? Я вскочил, усталость словно рукой сняла. Вдалеке действительно что-то виднелось. Я прищурился и разглядел Икарус. А на нем А впереди ехал Цой. Ладно, ладно, я шучу. Плохо шучу. Но почему? Юля же говорила, что он приедет только ближе к ночи. Да и ждал еле Азик. Вскоре автобус поравнялся с нами и распахнул дверь, приглашая нас внутрь. Водительское место было пусто, но меня это не сильно удивило. Тут случаются и более странные вещи. Зайцем на капоте, какая грязь. Водительское место было пусто, но меня это не сильно удивило. Тут случаются и более странные вещи. Пошли. Юля легко вскочила на первую ступеньку и жестом пригласила меня последовать за ней.
а тебе не кажется странным, что автобусы ездят сами по себе?» «Ну...» — она задумалась. «Это, конечно, странно, но ты же сам говорил, что тут много странного». «Да, тут, но...» Она была права. «В конце концов, выбора у меня не осталось. В любом случае, я не знаю, что произойдет, если останусь здесь или если зайду внутрь. Но во втором варианте у меня есть хотя бы призрачная надежда вырваться из этого лагеря». Я вздохнул, из последних сил поднял мешок и шагнул на ступеньку. Мы ехали уже час. Юля все это время о чем-то непрерывно болтала, но я ее не слушал. Я внимательно рассматривал через окно мелькающий пейзаж. Леса, поля, речка, леса, поля. Совершенно ничего подозрительного. С одной стороны, это все не вселяло некую надежду, но с другой было признаком того, что в итоге ничего не изменится, так как в этом мире, похоже, все идет медленно, размеренно и по своим устоявшимся канонам. Так было, по крайней мере, еще несколько дней назад. Хотя, как я могу судить, пробыв здесь всего неделю? «Ну вот, теперь я уверена, все будет хорошо». Я внимательно посмотрел на нее. Кошачьи уши, ритмично дергающие взад вперед, длинный хвост, несколько увеличенные клыки. Сейчас Юля казалась персонажем из сказки. Однако, что делать с ней в реальном мире? Можно решить и потом. Я весь превратился в одну большую пульсирующую вену, готовую в любой момент лопнуть. Я ждал. Ждал, чем все это закончится. Итог мог быть любым, для меня было важно не сойти с ума раньше времени. Я сжал нервы в узду и старался не думать ни о чем, но и отвлечься не получалось. «Эй, ты меня слушаешь?» «А? Нет, прости, я задумался». «Ну вот так всегда». Она надулась. «Сейчас такой момент, понимаешь, мы можем вырваться, уехать из этого лагеря. В общем, важный для меня момент». «Ну и для меня важный, но я же не волнуюсь. Просто тебе не с чем сравнивать». «Ты про что?» Я до этого жил в другом мире, реальном, как тогда казалось, так что мне есть с чем сравнить этот лагерь, а ты, можно сказать, родилась здесь. И ничего, я здесь не родилась. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Это я знаю. Автобус мерно подпрыгивал на кочках, все сильнее укачивая меня. Рулевое колесо крутилось само по себе, и вскоре я перестал замечать отсутствие водителя. Глаза начали закрываться, и я задремал. А куда Юля пропала? Какая-то девушка склонилась надо мной. Она что-то нежно нашептывала мне на ухо. Настолько нежно, что... Я почувствовал сильный удар по голове. «Эй, не спи!» «Я что, мешаю?» Возмутился я, потирая ушибленное место. «Ты меня не слушаешь!» «Если мы выберемся отсюда, у нас будет еще много времени для разговоров. Если не выберемся, тогда будет еще больше». Я пытался улыбнуться, но идея о том, что мы все-таки не сможем покинуть этот лагерь, настолько испугала меня, что на лице появилась лишь глупая гримаса. Вот и хорошо, если не выберемся. А то в твоем мире, я, конечно, не знаю, что там и как, но совсем на меня внимания обращать не будешь. Буду, обещаю. Я нежно обнял ее. Честно-честно. Юля прижалась ко мне. «И слушать меня будешь?» «Конечно». «И соглашаться со мной будешь?» «Обязательно». Она отодвинулась и внимательно посмотрела мне в глаза. «Ладно, тогда прощаю». Салон автобуса огласил громкий смех. «Но смотри, если забудешь или попытаешься обмануть, будет хуже. Хочешь, контракт подпишем?» «Брачный?» «Да, у меня и имущества никакого нет для него». «А у меня вот есть!» Юля показала пальцем на мешок, валявшийся в проходе. «Ладно, тогда...» Я попытался вспомнить, что было куплено на мои деньги. «Тогда вот!» Я достал из кармана телефон. К тому моменту он уже совсем разрядился. «А что это?» С любопытством сказала Юля, взяв мобильник. «В моем мире это очень полезная штука. Можно общаться с людьми на расстоянии». «Ух ты, как круто! Отлично! Подойдет!» Она положила телефон на сиденье. «Тогда по рукам, с моей стороны запасы на зиму, с твоей вот эта штука!» «Ладно». «Все, теперь мой муж и жена». Она хитро улыбнулась. «Эй, подожди!» Я внезапно вспомнил, что вся эта тема начиналась как раз с брачного контракта. «В любом случае, без официальной регистрации. Вот приедем в твой мир из-за реки, за реги... В общем, сделаем там, что надо». «Если приедем, конечно». Юля ничего не ответила, лишь раскрыв рот, уставилась куда-то вперед. Я, проследив за ее взглядом, понял, что салон автобуса набит людьми. Все они были в пионерской форме, все они были похожи на того пионера. Никто не проронил ни единого слова, они лишь безмолвно смотрели в мою сторону.
Так, ребят, извините, мне надо штанишки пойти сменить, я сейчас. Я не мог разглядеть их лиц, одежду, фигуру. Да, но лица скрывали непонятно откуда взявшиеся тени. Казалось, что там, где у обычного человека голова, у них примостилась миниатюрная черная дыра. Меня начало трясти, по спине побежали мурашки. Юлия сильно сжала мою руку. Титаническим усилием воли я заставил себя посмотреть в ее сторону. Она тоже была крайне напугана. В этот момент, будь я один, возможно, упал бы в обморок. Но теперь я ощущал ответственность не только за свою жизнь. Кто вы такие? С трудом выдавил я из себя. Пионеры сохраняли ужасающее молчание. Стало тяжело дышать, и я жадно ловил ртом вдох, однако мозг отказался работать в условиях нехватки кислорода, и я на секунду потерял сознание. «Кто вы? Что вам надо?» Придя в себя, услышал я крик Юли. С первого сиденья медленно встал пионер и подошел к нам. «Привет, Семен. А мы вот тоже решили вернуться домой?» «Тоже. Тоже». Автобус наполнился хором голосов. «Составить тебе компанию». Я не знал, что сказать. То, что сейчас происходило со мной, было самым странным за все время, проведенное в лагере. Ни Юля, ни город, ни исчезновение пионеров, ни этот странный некто, стоящий передо мной, ни в какое сравнение не шли с этим. «Я задала тебе вопрос!» Похоже, Юля была в состоянии говорить. Не мудрено, в конце концов, она тоже являлась, как сказать, сказочным существом. «Мы просто едем домой, повторяю». Его голос прозвучал надрывно. «Или мы вам мешаем?» «Мешаем, мешаем. Что тебе от нас надо?» «Совершенно ничего». «Ничего, ничего». «Не верю, я знаю, что ты все это не просто так делаешь». «Это всего лишь твои домыслы, животное». «Я хотя бы животное, а ты кто, призрак? Тень?» «Может и так, но у призраков тоже есть права». «У тебя есть право убраться отсюда нахрен!» Юля закричала так, что у меня заложило уши, однако ни пионер, ни его спутники никак не отреагировали. Так-то кошка вроде как контракт нечисти, она же вроде... типа... я не знаю, по-моему, кошки же оберегают от духов злых, разве нет? «Пожалуй, мы все же останемся», — ехидно сказал он. «Но как тебе это удалось и остальные?» Я наконец нашел в себе силы заговорить. «Очень просто, мой дорогой друг. Коллективный разум. Слышал о таком?» «И что?» «А то, что мы все одновременно захотели пожелать тебе удачи, вот и все». «Удачи! Удачи!» «Так, мне... давайте на день пятый сохранимся». «Лично, так сказать, именно поэтому мы здесь». «Но что будет дальше?» «Честно говоря, я не знаю». «Убирайся!» — вновь заорала Юля. «Спокойствие, только спокойствие, понимаешь?» Он вновь обратился ко мне. «Не буду скрывать, у тебя сейчас есть неплохой шанс вырваться отсюда. Не знаю точно почему, но твои действия нарушили цикл. Точнее, циклы. Все наши циклы. И есть опасения, что мы не сможем вновь каждые 7 дней уезжать из лагеря, а на 8-й возвращаться обратно, просыпаясь в этом автобусе». «Ну и не возвращайтесь, сдохните вообще!» «Не все так просто. Да и к тому же, почему у нас не может быть инстинкта самосохранения? Может же?» Обратился он к пионерам. «Может, может», — послышалось в ответ. «Так что мы решили составить вам компанию. Теперь либо мы выберемся все вместе, либо исчезнем навсегда, но тоже вместе, либо пойдем на очередной виток. Все три варианта для нас приемлемы». «А если из-за вас мы погибнем?» «Ну, погибнете не только вы, погибать так с музыкой». «Музыкой, музыкой». «Или ты считаешь, что наши жизни...» Он рассмеялся. «Хотя какие это жизни?» «Жизни, жизни». «Не так важны, как ваши?» Юля не нашлась, что ответить. «И не думай, что здесь все мы, на самом деле нас гораздо больше. Не все поместились, но билетов на этот рейс хватило всем». «Ты злобно зашипела Юля. А теперь уже поздно, предлагаю вам успокоиться и наслаждаться полетом. Через несколько минут стюардессы предложат вам еду и напитки». Он усмехнулся и медленно направился на свое место.
Юля вскочила, но я остановил ее. «Отпусти, дай я его!» «Не надо. Что ты сможешь ему сделать? Да и что это даст?» Она удивленно посмотрела на меня, но все же села. «И что, предлагаешь мне ничего не делать? И просто ждать?» «А что мы можем?» «Я не знаю. Но просто так сидеть...» Одно за все время в этом лагере я понял точно. От меня мало что зависит, точнее вообще ничего. Особенно сейчас, особенно здесь. Конечно, я даже предположить не могу, что можно сделать, чтобы выгнать их отсюда, но даже если бы и знал, уверен, ничего бы не изменилось. Не повлияло бы на конечный результат. Возможно, ты и прав, грустно сказала Юля. Так что мы можем лишь ждать. Ждать осталось недолго. Она положила мне голову на плечо. Мы ехали так долго, что, казалось, прошла целая вечность. Солнце успело сесть, наступила ночь. Секунды тянулись часами, минуты годами. Пионеры хранили гробовое молчание, и даже тот надменный больше не пытался с нами заговорить. Ира, ты чатик пугаешь. Не ссы. Эта тишина была громче любого крика. Достаточно простого хлопка, и мои барабанные перепонки взорвутся от напряжения. Мы с Юлей тоже молчали. За этот день было сказано все. Слов больше не осталось. Я чувствовал себя совершенно опустошенным, голова была тяжелой, как свинец, и казалось, что я уже умер. Но обо мне забыл и черт, и бог, и мне предстоит остаток вечности провести наедине с собой в этой безмолвной толпе пионеров. Действительно ли они мои коллеги по несчастью? Неужели они тоже попали в этот пионерлагерь, провели там неделю, потом уехали, и потом опять все по новой? Может быть, все это было и со мной, как говорил тот пионер? Все возможно. Все возможно. Сейчас возможно все. Я услышал тихое посапывание Юли. Она заснула. Видимо, такое напряжение для нее было слишком. А может, она израсходовала всю энергию на крик. В любом случае, во сне ждать конца лучше. А сейчас я был абсолютно уверен, что это именно конец. Глупо надеяться, стоя на краю пропасти в окружении полчищ врагов. А даже если есть хотя бы минимальный шанс на спасение, то о нем будешь думать в последнюю очередь. Может и не так? Может, на моем месте кто-нибудь другой сохранил бы больше оптимизма? Мне оставалось сделать один последний шаг. Хотя зачем? Ведь это не лестница, а эскалатор. Меня в любом случае довезут до конца. Я закрыл глаза, и тут же сознание покинуло меня. Я забылся сном. Неизвестно только, на час или навеки. Пустота не самое лучшее место для размышлений. Когда нет ничего, исчезает сама сущность привычного нам мира. В конце концов, мысль — это тоже его часть, пусть и нематериальная. Сложно представить место, где кончается бытие, по крайней мере, осознать подобное человеку не дано. И я очнулся в кромешной тьме, вернее, ко мне вернулось восприятие себя как личности. Больше же ничего не было ни вокруг, ни внутри. Я словно перестал существовать, был стерт из вселенной. Но не умер, нет. Это было нечто совсем другое, как будто из трехмерного пространства я перенесся в одномерное. Весь мир сузился до размера одной точки. Эта точка была мной, была всем. И я был всем и был ничем, однако в этот крошечный клочок уместилось мое сознание, все мои воспоминания, моя душа. Я не боялся. Может быть, потому что было бессмысленно, а может, просто еще не понял, что происходит. Ощущение времени здесь потеряно, тут попросту не существует такого понятия. Поэтому сказать, сколько времени я пробовал в этой пустоте, было невозможно. Наконец, спустя час или год, я начал слышать тихий голос. Слов разобрать я не мог, но был уверен, что обращаются именно ко мне. Больше, собственно, и не к кому. «Семен! Семен!» «Да?» Словно сняв телефонную трубку, ответил я. «Приятно познакомиться». Голос зазвучал совсем рядом. «Семен?» «Нет, это в смысле... это я, Семен». «Хотя мы уже давно знакомы». «Кто ты?» «Я?» «Это ты». «Я умер?» «Нет, ни в коем случае». Голос говорил спокойно, словно беседовал со старым другом.
Что же тогда со мной? Ты завершил свой путь. Какой путь? Ты смог выбраться из лагеря. Лагеря? Да, я помню, пионерлагерь «Совенок». Внезапно все последние 7 дней ясно всплыли у меня перед глазами. И то, как я уезжал оттуда вместе с Юлей. А где... Юля? Да. Она здесь. Я смотрелся, но вокруг была пустота. И я не вижу. Ты не должен видеть, ты должен чувствовать. Я совершенно не волновался, как будто отходил от наркоза. Я не чувствую. Ничего не чувствую. Тебе надо лишь вспомнить. И после этих слов тысячи картин, образов, запахов, мыслей и чувств всплыли у меня в голове. Точно, лагерь. Ведь я действительно там уже был. Со Славей, с Леной, с Алисой, с Ульяной, с Машей и потом. Но как? Ведь я точно помню, что уехал оттуда и вернулся в реальный мир. А потом встретил на остановке Славю. Нет, точнее, Ульянку в институте. Да нет, Алису на концерте. Но ведь я прожил много лет с Леной. Нет, у меня была совсем другая жизнь с Машей. Как же такое возможно? Я в мельчайших подробностях помню все события, которых хватит как минимум на 5 жизней. Но ведь все они происходили параллельно. И тем не менее, они реальны, я уверен. Как? Да, все действительно было с тобой. Но как? Ты уезжал из лагеря и не один раз, потом жил нормальной жизнью, потом возвращался назад и опять уезжал. То есть я как бы умирал и возрождался? Нет, можешь считать, что все это происходило одновременно. Я не понимаю. А тебе и не надо. А кто тогда те, другие, пионеры? Это тоже ты. Другие стороны тебя. Я не понимаю. Каждый человек — это бесконечная вселенная, и от того, как он себя поведет в той или иной ситуации, зависит его дальнейшая судьба. Ты помнишь те 5 раз, потому что тогда сделал что-то, что помогло тебе выбраться из лагеря. Другие твои воплощения где-то поступили по-другому. Вот и все. Все просто. Мне это совсем не казалось простым. И что это за лагерь? Можешь считать его испытательным полигоном. А кто ты такой? Я — это ты. Но много времени спустя. Времени не в твоем понимании. Я выше вас всех. Можешь считать меня главным Семеном. Получается, ты все это затеял? Это не совсем верно. Все, что случилось, произошло не по моей воле, но этими событиями я могу управлять. Но зачем? А ты разве против? Я задумался, по крайней мере, настолько это было возможно в столь одурманенном состоянии. Не знаю. Если бы тебе дали выбор сейчас, когда ты знаешь и помнишь все, что ты бы решил вернуться в точку отсчета и забыть обо всем? Не знаю. Сейчас я не был готов однозначно ответить на такой сложный вопрос. Ну а где все-таки Юля? Она здесь. Где? Внутри тебя. Как это? Юля — это твой внутренний мир, твое подсознание, обретшая форму. Его слова просто не укладывались у меня в голове. Тебе не стоит стараться понять, я уже говорил. Но... Я почувствовал, что скучаю по ней. Не бойся, она всегда будет с тобой. Наверное, не такого единения я хотел еще вчера. Ведь сложнее всего примириться не с заклятым врагом, а с самим собой. И тебе это удалось. Если ты хочешь любить ее, тебе придется научиться любить себя. Впрочем, хватит с тебя, а мне пора уходить. Подожди, а что будет со мной? Ты вернешься назад. Я уже понимал, что реально, а что нет, да и сколько этих реальностей. Я уже не понимаю. Куда? Это зависит только от тебя. Я не понимаю, сейчас ты вспомнил все возможные варианты развития событий. Он надолго замолчал, мне не хотелось ничего говорить, чтобы не дай бог его случайно не перебить. Значит, у тебя есть как минимум 5 вариантов. Я буду помнить все это? Это тебе решать. В его голосе мелькнула тень какой-то эмоции. То ли радость, то ли недовольствие. Прощай. Но я почувствовал, что голос больше никогда не заговорит со мной. Время шло, я пытался понять, что делать дальше. Если все так, как он сказал, то мне стоит всего лишь захотеть. К этому времени я совершенно успокоился и, можно сказать, даже немного развеселился. Теперь-то я точно уверен, что наконец-то вырвался из этого заколдованного пионерлагеря. К тому же впереди меня ждет светлое будущее. Я не знал, я помнил это. Но что выбрать? Я закрыл глаза и ясно увидел улыбающуюся Славю. Она всегда помогала. Помогала, ни в чем не упрекала, с ней легко и комфортно. И та встреча на остановке, наверное, я никогда не задумывался, как с ней будет в реальной жизни.
А будет прекрасно, я уверен. Лена за столько лет стала мне родной, ведь я действительно помню все время, проведенное с ней. Помню наших детей, помню минуты радости и горя. Помню все, от такого сложно отказаться. Или Алиса в обнимку с гитарой. С ней точно никогда не будет скучно. Возможно, я всегда мечтал именно о такой веселой и беззаботной жизни. А также о верной боевой подруге. Образ Алисы в моих мыслях лукаво улыбался. Повзрослевшая Ульяна тоже казалась неплохим вариантом. Конечно, тогда в лагере я не воспринимал ее как женщину, но теперь, естественно, в ней много недостатков, но в то же время что-то неотвратимо привлекает, словно какая-то магия. Да и Мику, Маша из той другой жизни, она была дорога мне. По-настоящему дорога, может быть, там лагерь, это всего лишь эпизод, а я совсем не такой, как в остальных вариантах. Но ведь это даже к лучшему. Новые возможности, перспективы, любимый человек, которого знаешь как будто всю жизнь. Но все равно жаль, что я больше никогда не увижу Юлю. Конечно же увидишь. У меня в голове зазвучал ее голос. Что? Ты где? Юля заговорила со мной. Ладно, ладно. Саша, как ты мог такую грязь разлить просто на пустом месте? Почему ты, что ты за человек такой? Я отвратителен сам себе. Ладно, продолжаем. Конечно же увидишь. У меня в голове зазвучал ее голос. Что? Ты где? Я тут, как он тебе и говорил. Ты знала? Нет, я поняла все только тогда, когда мы попали сюда. Ну ты согласна? Разве не будешь скучать? Конечно нет, ведь я всегда буду с тобой. Помнишь, ты мне обещал, что? Что всегда будешь со мной. Да. Так вот, не смей нарушить это обещание, я прослежу. Не знаю, придется ли мне с ней еще хоть раз разговаривать вот так. Наверное, такого можно и с ума сойти, но сейчас я счастлив. Хорошо. И я не забуду. Тогда тебе остается только сделать выбор. Я почувствовал, как Юля исчезла, скрывшись в лабиринте моего разума. Что же, пора. Я зажмурился и... Слушайте, мне еще сейчас надо будет выбрать одну из пяти, что ли, или что? Зажмурился от яркого солнечного света. Ну а что удивительного, ведь лето на дворе. Опять этот странный сон. Почему же он так часто мне снится в последнее время? Может быть, на то есть причины? Сейф? Да уж, дальше-то. Ладно, сюда сохранюсь. Но какие? Пионер лагерь, девочки, вожатая. Да и в лагерях никогда не был. Может, просто не помнишь? Очень смешно. Ну а вдруг? Уж поверь, я прекрасно помню все, что со мной происходило лет с трех. А до этого я вряд ли был в сознательном возрасте. Ну, допустим, и так. Но все это явно не случайно. Да почему сразу не случайно? Вон есть люди, которым всю жизнь каждую ночь снится черная кошка, и ничего же. Только что придумал. Ничего я не придумывал, читал недавно. Ну, одно дело черная кошка, а другое такой детальный сон. Не вижу особой разницы. Хорошо, а что ты скажешь насчет того голоса? Какого голоса? Не придуривайся. И в мыслях не было. Который говорил тебе сделать выбор. Ну, голос, и что? Тоже ведь не просто так. Ну, я же ничего дальше не помню. На этом сон всегда заканчивается. Может, ты просто забываешь, просыпаясь? Может, конечно, но... Что но? Значит, какой-то выбор ты все же сделал? Да я даже вариантов не помню. А были ли они вообще? Должны были быть, а как же? Ты, как всегда, даже не пытаешься серьезно относиться к важным вещам. Нашел тоже мне важную вещь. Ой, ладно, что с тобой разговаривать? С недавних пор я стал замечать, что у меня началось что-то вроде раздвоения личности. Конечно, внутренний монолог — это совершенно нормальное явление для любого человека. Но вот когда он превращается в диалог... Слушайте, всю жизнь так разговариваю. Вот реально. Если мне надо проговорить что-то, я вызываю своего собеседника и разговариваю с ним. Черт, мне к доктору, что ли, пора? Черт. Хотя до клинической картины мне было еще далеко.
так как все же я разговаривал сам с собой, а не с другой личностью внутри меня. К врачу, бойс, скорую вызывай. Может быть, с подсознанием. Впрочем, все это не важно. О, нифига себе. Вот такой вот поворот, да? Ну, знаете что, мы выбирали Славию, Алису, Лену, Ульяну. Судя по всему, это проиграть те же самые концовки. Сейф и выбираю всех по очереди. Да, я тоже думаю, что... Ну, у нас есть сейф здесь. Сейчас, подождите, я могу назад нажать? Ладно, начинаем по порядку. У меня сейф-то есть. Я перевернулся на другой бок. А, так подождите, это я, Юля, оказываюсь. Пикачу, я выбираю тебя. Сейчас, подождите. Здесь же... Просто все здесь. Оставь. Везде будет одно и то же, только арты разные. Ладно, хорошо. Значит, идем, впрочем, все это не важно. Не-не-не-не-не. Так, ладно. Значит, та-та-та-та-та-та. Может быть, подсознанием. Так, здесь сохраняемся, вот сюда, в эпилог. Сохраняем игру. И смотрим просто. Выбираем Юлю. Видим Юлю. Я перенесся на другой бок. Перед глазами все еще горело слепящее солнце. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ответил я ей. Выбор? Да какой у меня был выбор? У каждой истории есть начало и конец. У каждой истории есть свой канал, есть синопсис. Так что ты... Это мы читали 1000 раз. Мага, ты черт. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Теперь на той развилке. Сейчас просто будут показывать варианты, да? Мы можем просто загрузить. Можем сейчас просто прогнать по всем. И, ну, я просто выбираю любую девушку, и она здесь оказывается. Как я понимаю. Так. Ульяну, конечно же, выбираем. Педобир хардкор. Понятно. Я перевернулся на другой бок. Уходи. Окончательный текст был другой. Доброе утро. А, ну... Ага, все, я вижу, да, реально. Нам все равно показывают Юлю. Будет история одного пенсионера. Черта с два. А, пойдем на развилку. Загрузить. Развилка. Тут мы поняли. Так, что ты решил? Там все просто... Девчонки с одной и той же этой. Так что ты решил? Надо было принять решение. Идем вперед. И к черту этого совенка! Не существует никакого лагеря пионеров. Я уже все равно, почему меня занесло туда. Главное выбраться да поскорее. Пойду дальше. Пожал я плечами, стараясь показать максимальную незаинтересованность.
Юля некоторое время внимательно смотрел на меня, но затем сделал несколько шагов вперед, словно приглашал следовать за ней. «Ну так, ты идешь?» Кажется, впервые за весь день мы приблизились к городу хоть немножко, хотя бы на пару сотен метров. Я уже почти уверился в том, что мне наконец-таки суждено дойти до него, как вдруг сзади послышались гудки. К нам стремительно приближался автобус и Карус, рассекая ночную темноту ярким светом фар. Я благоразумно отошел к обочине. Вот еще. Юли рядом не оказалось. И как только у него получается так незаметно исчезать и появляться. Автобус медленно остановился рядом со мной, открылась дверь и... Из нее вышла Ольга Дмитриевна. «Семен, почему не вернулся? Я же тебя просила!» «Я о том же могу вас спросить. Вы говорили, что случилось что-то серьезное, а сами...» «Ладно». Внезапно смягчилась она. «Что?» «Залезай в автобус». «Как что? Как же город?» «Вот мы и едем, чтобы узнать, что там происходит». Я колебался. «Не игнорь, скажи привет». «Привет всем». С одной стороны, на автобусе действительно быстрее, а по этой дороге, похоже, до города все же можно добраться. С другой же, поведение вожатой выглядело странно. Хотя пока нам по пути. «Хорошо», — согласился я и сел в автобус. Инкарус мирно подпрыгивал на кочках, медленно двигался в сторону таинственного города. Даже слишком медленно, как по мне. Я настолько устал, что глаза начали закрываться сами собой. «А как же Юля? Я вот так просто оставил ее там одну?» И ведь в этом автобусе, кажется, поместилось бы все пионеры, бывшие в Совенке. Может быть, она что-то хотела мне сказать? Впрочем, как я не боролся с Морфеем, через пару минут с последнего сиденья окружающим был слышен только мой раскатистый храп. «Ура, за все стримы он мне привет сказал. Все наконец закончилось. Или нет?» Я так хотел выбраться, так отчаянно старался не спать. Неужели всему виной усталость? Нет, вряд ли. Меня словно ввели снотворное. Но не могут люди вот так просто отключаться. Я же не страдаю нарколепсией. Мысли неслись быстро, спокойно, как широкая безбрежная река. Их полету не мешали внешние раздражители, потому что я спал. Но в то же время как будто находился бы в сознании. Вот сейчас открою глаза и... На меня смотрел облупившийся от старости потолок, большая продольная трещина разделяла его надвое, грозясь обрушить все верхние этажи. Мирно, но натужно шумел кулер компьютера, в воздухе кружились тысячи пылинок, даже красиво, словно в некоем подобии танца. А за окном заунывно выл ветер, облизывал заледеневшие стекла и уносился вдаль, закручивая хоровод снежинок. На мой мир весело подмигивая смотрела луна, яркая, но по-зимнему холодная. В голове звенело, она была тяжелая, слегка кружилась, а во рту был мерзкий привкус, словно накануне съел пепельницу и запил бутылкой водки. Осознание пришло не сразу, как будто я вчера собирался куда-то ехать, а потом и мне снился странный сон про лето, про лагерь, про пионеров и вожатую, про странную девочку-кошку и далекий город. И я постоянно забываю конец своих снов. Так добрался до города или нет? Но подождите, точно ли это был сон? Ведь я провел в этом лагере почти неделю. Однако часы были со мной не согласны. По их подсчетам прошло всего около 12 часов. Я сел на кровати и принялся вспоминать. Чувства и эмоции были по-настоящему живыми, но события этого сна словно заволокло дымкой. Я помнил девочек, помнил их слезы и улыбки. Помнил радость и грусть, которые мы пережили вместе, но вот лица и фигуры как будто скрывал сумрак. А еще какая-то шахта, бомбоубежище, а потом остров, а потом отъезд. И эти чертовы кузнечики, которые мешают спать. И Славя, и Лена, и Алиса, и Ульяна, и Маша, и Юля. Но было что-то еще. Что-то за пределами сна. Моя жизнь после. Словно на новом уровне существования. Да, ведь я много раз просыпался, встречал этих девочек наяву. Потом все сначала. Такой огромный объем информации просто не укладывается у меня в голове. Память была переполнена, каждую секунду что-то забывалось. Я перестал понимать, что реально, а что нет. Все события в лагере слились в одну причудливую картину, как коллаж, составленный из работ сотен художников разных стилей. Обрывки чувств, тени эмоций, куски воспоминаний мою жизнь разорвали пополам. Неумело шили обратно, а в итоге получилось что-то вроде той увечной куклы, которую мы нашли с Ульянкой в старом лагере. Ну, кстати, со Славием мы тоже ее нашли.
Подождите. Или Сославий. Мы ее в Сославии нашли. Я не помню, чтобы мы с Ульяной находили ее. Точнее, может быть, и там, и там. Перед глазами вдруг во всех подробностях пронесся тот ночной поход на поиски Шурика, но при этом я даже не мог вспомнить лица девочки, которая была со мной тогда рядом. С каждой секундой сон становился все туманнее. Неужели он вообще забудется? Нет, не хочу, я должен помнить. Пусть даже без подробностей, пусть даже без лиц и, возможно, без имен. Ведь это не просто сон, я знаю точно. Это нечто большее, нечто очень важное для меня. В голове начал звучать голос, как будто бы не мой, чужой. Начало тихий и далекий, с каждой секундой он становился все громче, а вскоре я почти что смог разобрать слова. Но это были скорее мысли. В одном электрическом импульсе сосредоточилось больше, чем в тысячи книг. Я вспомнил, что во сне осталось кое-какое-то неразвершенное дело. Город? Но нет, я вроде бы добрался. Юля! Из глубин сознания всплыл образ девочки-кошки, она грозно смотрела на меня и смешно шевелила ушами. То есть это был не сон. Неделя, проведенная в лагере, не сон. Я прошелся по комнате, выглянул в окно, окружающий мир был таким же, как обычно, как вчера. Еще немного, и я сойду с ума. Тишину моей квартиры нарушила противная трель дверного звонка. И кому только понадобилось в такой час? Сначала я не хотел открывать, даже испугался, но потом подумал, что это отличная возможность проверить, а не сон ли это. Ведь люди во сне и люди наяву — это две большие разницы. Вот сейчас открою дверь и узнаю. Два прыжка я оказался в прихожей, рывком дернул ручку, даже не посмотрел в глазок и... Ну ничего себе. На пороге стояли девочки. Вот так вот. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Хрен их узнаешь, короче, вообще. Те самые из лагеря. Но в них будто бы что-то изменилось. Все изменилось, и хрен узнаешь. Я не помнил во всех подробностях их внешности сна. Однако прическа Слави и Ульянка словно стала выше. На несколько секунд повисло тягостное молчание, я просто застыл, мысли остановились, не было ни страха, никаких других чувств. А девочки как будто не удивились вовсе. «Привет!» — весело сказал Славя. «Ну что, встал как не родной?» — воскликнула Ульяна. «Как вы здесь?» Я с трудом подбирал слова, но вот составить из них осмысленный вопрос не получалось. Ведь столько всего хотелось узнать сразу. «Подождите, девочки, нельзя вот так вот человека пугать!» Я тут же вспомнил Лену, нашу жизнь после лагеря. И Славил тут разговор ночью на остановке, и Ульяну нашу встречу в институте, и Алису на моем концерте, и даже Машу в другом мире. Но как? Да, пожалуй. Короче, начала Алиса Бойко. Ты не удивляйся так для начала. Думал, ты там один был? В Савенке. Да-да, в Савенке. Так вот, не один. И мы там были. И мы. Но как вы... Все здесь вместе. Дело в том, что у каждой из нас был свой лагерь, а у тебя свой. То есть в наших ты вел себя по-разному. Славя засмущалась. Еще как по-разному. За мной с тортом с этим гонялся, еле убежала. Так получилось, что мы раньше вспомнили и поняли, что это не просто сны. Подождите, но как же, ведь прошел всего один день. Нет, это все продолжается куда дольше. Сначала я тоже думала, что сны про лагерь снятся только мне. Но потом люди оттуда начали становиться реальнее. Ты начал... Она глубоко вздохнула. И эти ужасы. Казалось, Лена была готова расплакаться. Да хватит тебе, тысячу раз уже говорили, что это не он, а какой-то там, какой-то другой Семен. Как это другой Семен? Понимаешь, этих снов много, лагерей много, у каждого свой, и в каждом ты ведешь себя по-разному, где-то даже вот так. Она грустно посмотрела на Лену и продолжила. Многие твои воплощения рассказали нам про другие лагеря и других нас. Но там мы лишь куклы, выполняющие определенную роль. «Я вот никакая не кукла», — возмутилась Ульяна. «Ну, и нам это надоело, конечно же, мы начали искать выход, и вот однажды я попала в мир Мику». «Не называй меня так». «Но ведь, я помню, там лагерь был совсем другим, мы снимали фильм и...» «А какая разница? Все равно сон шел по кругу». «Ну и потом нам удалось связать остальные миры в один для нас пятерых, дальше дело техники». Алиса улыбнулась, и я узнал эту улыбку. «Осталось только найти тебя». «Найти меня? Зачем?» «Нет, конечно, я не был против. Наоборот, все наконец-то встало на свои места. Совенок, пионеры, вожатая, эти девочки». «А Юля?» «Кто?» «Юля, девочка-кошка. Вы ее разве не видели?» «Да, там, кажется, что-то такое говорили».
Как же так? Я до сих пор чувствовал, что в чем-то виноват перед Юлей. Вот так и получается, что у нас у каждой был только один мир, а у тебя их было много. А потом мы поняли, что с реальностью связан только ты. Как поняли? Нам рассказал пионер, но то есть ты, который заявил, что в том сне уже давным-давно. Да, очень странный тип, больной какой-то. Все сказанное имя не укладывается у меня в голове. Ладно, подождите, я собрал мысли в кучу. То есть этот лагерь не сон? И это все продолжается уже давно, лагерей много, везде есть я и вы, но у каждого из вас один, а у меня много. Не понимаю. В общих чертах все так. Да хватит киснуть, ты такой скучный, весело же, я вот никогда в пионерлагерях не бывала. Например, да и ты вряд ли. Ну кто все это придумал, зачем? Вот за этим мы и пришли, чтобы выяснить. Но как вы меня нашли? Вдруг появились сомнения, даже страх. Ульяна тут же больно ущипнула меня. Ай! А то подумаешь еще, что спишь. Это было несложно. Конечно, твои копии могут быть разговорчивы, если захотят. Или если их заставить. Ха-ха-ха, Лена, пытатель. Тихо добавила Лена. Так что сначала мы все познакомились на его, а потом уже и пришли к тебе. Встречай гостей. Ну дела, моя жизнь изменилась в мгновение ока. Конечно, я не помнил этот сон или сны, как говорили девочки. В таких подробностях, но тоже чувствовал, что лагерь — это нечто большее. Он объединил нас сначала там, а теперь и здесь. Оставался лишь вопрос с Юлей. Но, может быть, я знал ответ? Может быть, он просто забылся, как забылось многое другое? Ладно, я надеюсь, что вы мне расскажете все в деталях. Конечно! Мы за этим и пришли. Ну тогда проходите, что в дверях стоят, а чай, кофе, потанцуем? Добавил я, стараясь успокоиться и прийти в себя. Лена сверкнула глазами. Ну ладно, давайте танцы оставим на потом. Не потанцуем каждую историю. У каждой истории есть начало и конец. У каждой истории есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги. И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении не открывалась бы вещи, на которые раньше не обращал внимания. Но у каждой книги есть и своя последняя страница, перевернув которую мы ставим книгу на полку. Ах. И что, чтобы завтра открыть новую? Ла-ла-ла-ла. Такие дела, дружок. А тем временем... У тебя в чате появился тип с короной, пришел донат на кучу рублей, а ты тупо игноришь. Вот пес, пишет злой одуванчик. Да я уже отметил, братан, ну чё ты, одуван. Спасибо, Рофу, за это. Если бы не он. Красава, теперь го-моды. Хорошая попытка. Привет, Капитошка, ты же понимаешь, что не был такой интересный 4 раза подряд? А ты такой здоровский стример, которого смотрят, даже если вдоль и поперек знают сюжет игры. Вот он уровень. Поставь option I can stand the rain под конец стрима. Родин Серж. Не, бро, сегодня мы не ставим треки. Но я запомнил. Точнее, ты запомни. Придешь, обязательно закажи. Под конец стрима не будем. Мы будем слушать вот эту штуку. Конечно же. Фух. Прошли БЛ, да? Получается, прошли. Это же вообще все, да? Все сделали, что должны были. Хаб, может завтра как-нибудь попробуешь пройти DLC к БЛ про пионера? Дио. Не-н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 е, братан. С БЛом... БЛа было много, я думаю, с БЛом хорошо, что хватит. DLC остался. Нафиг нам DLC, мы и без DLC сможем. Спасибо тебе за стрим, это на фонд новой новеллы Котова Шоуджо. Кто про нее сегодня упоминал? От Вульфа. Окей, Вульф, принято. Спасибо тебе, бро, за поддержку. Ребят, ну вообще, ура, мы сделали это. Это было много, мы это сделали. Мы, можно сказать, вдоль и поперек прошли БЛ. Мы прошли все концовки, всех. Девушек, у нас остались только DLC и всякие хентай-моды, которые нам не нужны, потому что мы за что? Правильно. Мы за воображение. Ты бы хотя бы 10% от тех стримов задонатил Soviet Games в качестве поддержки и инвестиций, а ты подумаешь, еще 5 стримов проведешь.
10% от всех стримов? 10% от всех стримов задонатить Soviet Games? Ну вот это хитрый-то какой молодой человек. Фух. Спасибо большое, дорогие друзья, что были сегодня со мной. Я думаю, на сегодня, на самом деле, на этом счастливом моменте закончить, хотя фиг знает. Не, да-да-да, закончил. Вот вам ссылочка, дорогие друзья, в каждый чатик, по которой можно пройти и тем самым поддержать трансляцию. Если вы не забывали этого делать и так, большое вам спасибо. Вот. Такие дела. А также напоминаю, что у меня есть замечательная группа ВКонтакте, в которой нас уже 23 300 человек. Само собой, было бы очень приятно увидеть там пополнение, поэтому вот вам в каждый чатик ссылочку на группу ВКонтакте. Вступайте в нее, будет очень мило с вашей стороны. Вот, если хотите связаться со мной справа, я там указан в блоке контактов, как яблочная суть. Вступайте, дорогие друзья, в группу ВКонтакте, подписывайтесь на трансляцию, ставьте лайки трансляции. Если есть желание, возможность поддержать стримера напрямую, не стесняйтесь поддерживать, ибо без вас невозможны эти стримы, конечно же. Сабы есть как способ поддержать. Бесконечное лето мы как раз-таки прошли 5 июня. Вот. Большое спасибо, что смотрели. Я думаю, что на сегодня все. Начитался я вдоволь. У меня голос просто пропадает. У меня реально разовьется этот... Да, ларингит. Или еще что-нибудь, потому что... Читать так долго тяжело, но я думаю, что много кому нравится. Я бы сам на самом деле такую трансляцию изи поставил. Женя, или репорт тебе. Друзья, уже 21.11 на сегодня, все. Голосовалку обещал. На сегодня точно все. И Женя останется в качестве домашнего задания вам, дорогие друзья. Да, зачитал, ну хорошо. Спасибо, даже я не любитель такого, оценил Бэйл. О, да, мне бы самому было очень интересно такую подобную трансляцию. Слушайте, я бы спокойно поставил ее на альтапчик и, ну, в смысле, в тапчик и спокойно слушал, как хорошую картинку. Не-не-не, Бэйла, я думаю, просто больше уже не будет. Ну или будет до последняя глава, приуроченная к какому-то другому стриму. Вот так вот. Нет, я не жулик, просто вот так вот, 9 часов, пятница, вечер, всем удачных выходных, завтра ночь, ночной стрим, напоминаю, ночной стрим, если помните, то очень важно помнить все дела, а я думаю, что включаю рекламку, показываю Джоши, когда завершаю на сегодня. Джошка! Джошка, иди сюда. Джошка. Джошенька. Джошечка. Бежит маленькая собака-бабак. Иди ко мне. На ютубе будет? Вот, конечно, будет, бро. Завтра во сколько? Завтра примерно в 11 часов трансляция. Ночи. 11 часов вечера. Джошка, вот же крекер. Джоша. Джоша. Вот крекер, дубина. Маленькая дубинка. Ну вот, крекер. С тобой не так-то, Джошка. Джоша не хочет ко мне подходить. Господи, что за глупая собака? Ты что там встал, дурачок? У самого-то какие впечатления? Мне понравилось. Хорошо закончили, хороший сюжет. Игра действительно неплохая, комплексная. Конечно, я бы как-нибудь там попробовал там... Ну... Как-то сделать стишки читаний, йоу. Ой, нет, дружище, я на сегодня зачитался. Сегодня стишков не будет. На свою стену ВК не смотри, ок. Так и не собирался. Создателю Silk Road дали пожизненное. Что такое Silk Road? И за что ему дали пожизненное? Мне понравилось. Игра шикарная. Хорошо, что мы ее завершили наконец-то, потому что... Ну, сколько можно на самом деле, да? Вот. Читай сам по себе концепт чтения на стрим. Ну, в принципе, прикольная штука. Я думаю, в общем и целом, хорошо.
Скажи пока Ромычу. Пока, Ромыч. Сову покажи. Мы не прошли плохую Ульяну, плохую Алису, плохую Славю. Ну, то есть, как бы, да это... Ну, это я проходить не буду, я не хочу грустить. Стену ВК не смотри, культура там одна. Да, чё я, как будто не знаю своих зрителей. Конечно, культура сплошная. Так. О, господи. Господи, боже мой. Какая грязища. Цензурная версия. Ахаха, культурно-то как. Какая грязища, боже ж ты мой. Ладно, ребят, большое спасибо, что смотрели. Да. Да. Завтра вечера, по идее. У тебя в ВК помесь гнева и милости. В турничке будешь участвовать? Нет, завтра просто... стрим ему. Ладно, ребят, большое спасибо, что смотрели. На сегодня все. Пока. Хватит. Да там четверостишье, ну бас. Хорошо, давай глянем. Четверостишье. Ха-ха-ха. 10% затупа. 20% пикапа. 15% пройдено. Хапа. 5% Ульяны, 50% оттенков Лены и 100% Семен Полена. Изи.